Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. В сегодняшнем видео я покажу, как на телефоне Oppo A16 включить вспышку в камере телефона. Итак, для этого нам нужно включить камеру. Заходим в камеру. И здесь в левом верхнем углу у нас есть значок молнии, на который просто нам нужно нажать. И здесь можно либо выключить, либо включить, либо можно сделать, чтобы оно само определяло, то есть на авто поставить. Либо можно включить подсветку, и так у нас будет здесь гореть фонарик. Вот, на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.